Приветствую всех! С вами тренер по физической подготовке футбольного клуба «Локомотив» Сергей Алексеев. Сегодня мы проведем очередную тренировку. Начнем с разминки. Приводящие мышцы тянем. Задняя поверхность бедра. По 6-7 повторений каждой ногой. Теперь выполняем присед, наклон и частоту. Выполняйте по 8-10 повторений в этом упражнении. Перекаты на спине. Нога на ногу, берем под колено и продолжаем. Меняем ноги. Смена. Тянем переднюю поверхность бедра. И с ноги на ногу перекаты. Прыжки. Бег на месте с захлестом голени. И также вынос бедра. Через сторону. Наклон к одной ноге, частота к другой. Переходим к основной части занятия. Приседания, руки за головой и соединяем бедро и локоть. Выполняйте 10-12 повторений всего. Выпад вперед. Не забывайте менять ноги. Прыжки с ноги на ногу. Старайтесь сохранять баланс на одной ноге. Следующее упражнение – отжимания. После каждого повторения касайтесь пальцами вашего плеча противоположного.
Выполняйте 12-15 повторений в этом упражнении. Становая тяга на одной ноге. Сохраняйте баланс. Корпус старайтесь держать ровно. Смена ног. Также выполняйте по 5-6 повторений каждой ногой. Полуприсед на одной ноге. Меняем ногу. По 5-6 повторений каждой ногой. Старайтесь сохранять колено в стабильном положении относительно голеностопного и тазобедренного сустава. Бурпи с отжиманием и выпрыгиванием вверх. Выполняйте от 6 до 10 повторений. Следующее упражнение – выпад назад и диагонально отводим ногу. Выполняйте по 10-12 повторений всего. Поворот. Положение планка на руках. Выполняйте по 12-16 повторений. После того, как мы закончили с основной частью, можем перейти к заминке. Растягиваем мышцы задней поверхности бедра. Меняем ногу. Ягодичные мышцы. Смена. Отводим ногу в сторону, тянем приводящие мышцы. Не забываем менять ноги. Тянем поясницу. И мышцы брюшного пресса. Смена. Носочки тянем на себя. Тянем переднюю поверхность бедра. Смена. Икроножные мышцы.
Смена. Ноги скрестили и наклон вниз и через стороны. Смена. Ну вот и все. Наша тренировка подошла к концу. Всем спасибо. Занимайтесь спортом.